Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Современная свадьба, не считая праздничного застолья, это еще и традиция устроить свадебный кортеж по городу, как правило, на автомобилях. Времена, когда жених и невеста ездили с гостями на тройке лошадей в каретах, давно канули в лету. Однако все чаще можно наблюдать свадьбы на конях железных. Курск не исключение. Сегодня в областном центре состоялась очередная мотосвадьба. Зрелище редкое и эффектное, привлекающее внимание даже другие свадебные процессии у здания ЗАГСов. Представители Курского ордена свободных туристов «Мустанги» сегодня кричали горько одному из своих единоклубников вместе с его избранницей. Горько! 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 Раз! Безумно рад. Безумно рад. Слова нету. Одни эмоции. Очень неосознанно как-то. Ну, с моей стороны, если честно. Вообще неосознанно. Маленький ты еще раз. Сюрприз еще впереди. В целом, свадебные покатушки на мотоциклах не отличаются от стандартных для нашего города, в том числе и посещением моста, чтобы скрепить узы гименея не только печатью в паспорте и свидетельстве о браке, но и настоящим стальным замком. Не надо. Все. Такая свадьба – тот самый случай, когда почти все встречные на пути кортежа машины одобрительно сигналят молодым и их близким. Что тут еще добавить? Совет да любовь. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.